считываю информацию из вашего запроса, исходя из него, даю вам определенные ответы. Моя студентка закончила силу мысли, отзывы потрясающие. Он говорит, Свет, тревожит один вопрос, который вот прям мулит. Важно понимать, что есть два типа презрения. Первый тип презрения – это вот как раз-таки то, о чем писала клиентка, заложенный в ДНК. К примеру, нам не нравятся люди с другим цветом кожи. Мы ощущаем какое-то отвращение-презрение. Нам не нравится еда, которая невкусно пахнет. Тараканы, да? Это то, что может действительно нам навредить, и в нашем ДНК заложено это презирать, чтобы держаться от этого подальше. Второй тип отвращения и презрения в том числе – это как раз-таки про вашу психику, которая пытается вас защищать. Сейчас поясню. На другой аспект, когда презрение сформировано на базе вашего опыта. Например, вы видели, как мужчина обижает женщину. Он такой весь брутальный, властный, управляет ею. Например, это была ваша тетя. И теперь вы презираете мужчин, которые каким-то образом пытаются доминировать над женщиной. Совершенно верно. Оно создано для того, чтобы вас уберечь от подобных событий. Подобные события супер-мега-субъективны. Что это означает? Они означают, что не все мужчины такие же, как вот этот. Но у нашего подсознания есть особенность приравнивать все к своему опыту.